Привет, привет. Ноги не было, ну как я тебя не возьму? Ну посмотрите на это чудо. Ну посмотрите на эту прелесть. Ну что, багажник? А вы видели, что пастор вообще, как он собирает вообще сюрпризы для Виточки? Ух ты! Да. Ух ты! Вот это говорит один, потом говорит еще. Это все мои принцесски. Зима. Да. Да, я Диму обучаю тоже потихоньку. Да, я тебе помогу. Да нетушки. Давай мы тут на руку. Раз. Вот. И пошли. Дорогие друзья, всегда любите своих близких, своих родных, своих жен, драгоценных. И радуйте их. И чем вы больше будете их радовать, особенно цветами, потому что они же вот эти нежные цветочки, тем они будут нежнее, красивее, тем они будут моложе становиться. Это просто, знаете, это феномен. Но Бог так все сделал. Как земля омолаживается каждое утро, так и наши жены, они омолаживаются, когда мы им показываем, что мы любим их. Всем сердцем, всей душой. Бог. Бог, это семья. Поняли? Церковь, служение. Это все само собой. Это в Боге. Поняли? Но когда ты понимаешь, насколько классно принести этой любимой своей принцесске. Ой, Боже. Принести цветочки. Я всегда сначала одни заношу, потом другие, поэтому давай. Держи. Давай. Сейчас. Так. Вот это держи. Так, погнали. Сейчас. Давай. Заход номер один. Мой любимый телек, как я его люблю, Боже. Это вообще, мы тут, конечно, садимся братьями и сестрами, смотрим, короче, кино. Там, как бы, тоже кино можно смотреть. Да. Вот, чтобы вы поняли, тут дом на двоих. Вы поняли, да? Знаете, тут дом на двоих вообще. И тут телевизор, как бы, знаете, и три этажа, и, как бы, кухня. Ну, короче, столько всего же. Если начнем уходить, долго будет. Пойдем. Ой-ой-ой. Умочка! А где ты? Я тут. А тебя уже предупредили? Бой, предупредил вот. Уже. Встречай. Он уже предупредил тебя, да? О, Боже, ты не цветочек. А персик сразу, давай, побежал сдавать меня. Сейчас залез на мою кофту в своих грязных лапах. А потом сдавать меня давай. Да, 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 да. Что это? Ну, каждый цветочек подбирали. Да ты что? Да. Их тут все беленькие тоже подбирали. Я подбирал, все подбирал, все подбирал. Боже мой. Все подбирал. Вот ты порассматривай хорошо. Хорошо, рассматриваю. Желтенькие розы. О, Боже. А это вообще что за цветочки? Это посмотри. Они в горшочках. Они в горшочках, как ты любишь. Еще и в большой такой штучке, красивой. Смотри. Смотри, какие. Так, Персик, охраняй эти цветочки, давай. Так, Персик, охраняй. Вот. Ой, ой, ой.
Давай так, давай. Раз. Да. Смотри, раз. Вот это вообще оранжевый. Это... Не только распускается, он будет еще распускаться. Это ж один, по-моему. Не-не, там есть. Ага. Приклеился, стой. Приклеился. Вот так. Слушай, ну красивый, но просто вообще невероятный. Отдай ему корзинку. Корзинка. Корзинка вообще шикарная. Видишь, крокодил стоит, охраняет. Динозавр. Корзинку. Видишь? Слушай, ну красиво, неимоверно. Спасибо. Ой, а тут еще разная красота. И что там за красота такая? А что там за красота такая? Что это за красота такая? Надо ножичек. Для тебя залазь. Ножичек. Залазь. Там еще какая-то красота. Как интересно. Ну что ж там за красота? Что это? Что это? Персик, что это такое? Что за волшебная коробочка? Что за красота такая? Держи девочку. Красота такая. Боже мой, девочка. Какая красота. Что это такое за красотища? Что это такое красотища? Боже мой, какое колечко, гляньте. Просто фантастика. Это колечко. А вот это я открыть не могу, это у меня только женщина. Смотри, смотри, смотри. Смотри, как она смотрится. Смотри, как красиво. Боже. Вот. Сюда можно и сюда можно. Слушай, какая красотища. Давай, давай. О, еще открываю. Еще одна коробочка. Персик. Смотри. Да, ну тут коробочка есть очень интересненькая. О, боже мой. Да. О, боже мой. Да, да. Ты... Это чистое золото. Очень офигенно тут написано молитва. Я вижу. На мизинчик. Да. Боже. Персик. Без всяких. Ты это красотища. И вот это пая, видишь? Да. Что это значит? Себе я взял такую за 20 баксов. Серьезно. Ну что ты? А тебе я взял немножко. А ну да? Немножко. Зачем же так? Надо было наоборот. Я на твоих я 20 баксов сторговал и вышло как раз. Да. 2000. Ты что? Да. Боже. Просто фантастика. Ну это пляжет на палец, понял? Угу. Это вообще классно. Тут молитва, но это же вообще. Что с ней за праздник? Праздник такой, что... Ой. Что ты столько трудишься, столько стараешься, а я... Смотри, тут... Боже, как красиво! Это такие штучки, видишь? Вот, это получается колечко, это... Подвеска, подвеска. Это сережки. Это сережки, да. Понятно? В общем, дорогие друзья, я хотел бы вам сказать, что... Я в шоке. Для женщины... Все, что нужно для счастья, это немного внимания. И когда вы даете ей внимание, они счастливы. И они сделают счастливыми вашу жизнь. Так что всегда заботься о своей жене. Всегда заботься о своей семье. Думай о том, чтобы все было классно, чтобы... Дьявол не перевешивал. Знаешь, сколько сатана приносит, бывает, боли, сколько сатана приносит разные вообще таких моментов, о которых мы жалеем. Но пусть дьявол получит по морде каждый раз,
Знаешь, когда ты покупаешь цветы своей жене, красивые цветы, это то же самое, что ты взял метлу и дьяволу по морде. Понимаешь? И дьяволу по морде, как говорится. И вот так нужно и поступать. Он будет бежать от вашего дома, потому что будет думать, опять, если какой-то конфликт у них будет, и я что-то там сделаю, то потом я буду ходить весь грязный, весь побитый этой метлой, которую нашли где-то не просто в грязи, а где-то в туалете, понимаешь, общественном, как говорится. И все. Пусть вас Бог всех благословит. Мы вас очень любим, мы вас очень ценим. И очень-очень вами дорожим. Это правда. Это правда. Любите своих драгоценных мужей. Они самые лучшие. Да. А женщины хитрушки. Мудрюшки, да. Мудрюшки. Вот. И теперь мы, знаете, как присаживаемся всегда все и смотрим, он, пожалуйста, кто там куда-то едет, уезжает. Но вообще чаще всего у нас тут работает наш телеканал. Наш телеканал, да. Да, да, его мы и смотрим. Ну, он работает, когда я здесь. И Виточка, когда на первом этаже. Как только мы поднимаемся наверх, переключается, и тут уже Стэтхэм начинает... Да, Дима? Дима, да-да-да. Да, начинает, короче, вместе там с Траволтой разговаривать, а нас решает, что же делать, как вообще дотянуться до их уровня вообще, понимаешь? Потому что каждый из них мечтает жить, как мы, понимаешь? Но не может. Но не может, потому что нужно обязательно быть в миссии и быть партнером. Амин. Понимаешь? Тогда помазание на тебя течет, партнерство нас связывает, как кровеносная система, понимаешь? И помазание на тебя течет, и ты начинаешь подниматься, твои мозги начинают работать. Проклятие родовое от твоего ума. Вообще Иисус взял этот терновый венец, задел на голову, проклятие рухнуло. И чтобы это автоматически не работает, это надо взять и высвободить, чтобы как рема это пришло. За это надо побороться. И знаешь, мы боролись, поверь, боролись очень долго, десятки лет. Мы победили, а побеждающий наследует власть над язычниками. А это значит над бесами. И будет пасть их жезлом железным и разобьет их, как сосуды глиняные. Амен. Все бесы будут разбиты. Поэтому пусть Бог вас благословит. Она уже скорее хочет свои мере штучки. Да. Всем пока. Всем пока. Давайте.